Слава городу-герою Ленинграду! Слава! Слава героям Родины! Вечный огонь принимает глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Путин убился тех, кто за знамя страны воевал, чье имя навеки душа хранится, кто за свободу и честь своей жизни отдал. Вечная слава героям! Сегодняшний праздник — это событие, которое забыть нельзя. После окончания войны 45 года этот праздник, по сути, подъем Красного Знамени и, значит, это мероприятие — это великое дело. Наш каждый живущий солдат, каждый ветеран тыла — это день мы ждем всегда с большим наравне, как День Победы 9 мая. Поэтому сегодня мы вот отмечаем этот праздник. Собрались все, и ветераны тыла, ветераны вообще, и так далее. Поэтому праздник великий. И я считаю, мы сегодня встретили в Якутске достойно.